город Кольчугино Владимирской области. Отсюда, из цехов завода «Электрокабель», идет продукция, необходимая многим новостройкам девятой пятилетки. Сегодня это предприятие одно из крупнейших в стране по производству электрического кабеля. Здесь установлено совершенное оборудование, автоматизированы многие технологические процессы. Большую помощь в техническом оснащении завода кольчугинцам оказали их товарищи по профессии с Украины, из Молдавии, Узбекистана. В свою очередь, коллектив коммунистического труда завода «Электрокабель» отправляет продукцию во все республики страны.